не знаю, иногда он опыт заметила, но я не знаю, с чем это связано. Мы вернулись, ребята? Йоу, 69 в чатик, если мы вернулись. Не-не-не. Проверим? Он не офлся? А почему у меня все на... Не-не, он точно офлся. Потому что у меня с 2000 человек теперь на 500 упало. Окей, да, все, я вижу ваши следы. Все, последнее, честное слово, последний браслетик меряю, честное слово. То есть это вот крупный, да, который? Да. Смотрите, он будет немножко здесь. Ну, у вас ручка тонкая. Видите, вот так будет находиться. Можно вот так. На конце? А он не спадет? Но я не думаю, что прям, если это силы нужно будет, да. А так нет. А еще он уменьшается. Видите? И на конце висит такая звездочка. Видите, я то, о чем говорила, о том, что у вас ручка такая прям утонченная достаточно. То есть мне только рыбку, да? Обидно. Блин, он такой красивый. А я его, в принципе, могу в мастерскую отнести. Можете, конечно. Просто, да, там якорное плетение, и будет ему удобно одеть колечко. Нет, может, кольцо не переместить, могут обрезать. Может, просто укоротить. А какая здесь проба? 375? 375. Да, 9 карат. Чем она лучше, я вам сейчас объясню. Смотрите, 40% золота, ну, то есть добавляет золото, серебро, медь, но добавляет еще, ну, еще пару веществ, которые идут. А для чего? Потому что якорное плетение, если мы берем 585, оно слишком тонкое, и она будет рваться. А, оно укрепляет, да? Да, оно укрепляет, потому что, например, есть палладий, есть никель, которые, может быть, допустим, в серебре есть, он повышает температуру, какие-то другие они понижают. Для чего? Чтобы была стойкость, то есть чтобы он был крепкий. Золото, если мы добавляем просто обычное золото, даже 750, оно будет стираться, и оно будет непрочное, оно будет мягкое. Чем выше проба, тем оно мягче. Я могу вам сказать на своем опыте, было кольцо 16,5, оно стало больше. Почему? Потому что в любом случае это, оно растягивается. Это 5,85, то есть почти 60%. Здесь оно не темнеет. Могу вам... Кстати, хватит вспомнить людей. Наставили, говорит. Это тоже отсюда из нашей коллекции. И они очень крутые. И могу точно сказать, что они... Ну, с ними ничего не будет, они не потемнеют. Так что я думаю, что в дальнейшем вы придете, будьте рады. Тем более... А этот браслетик, кстати, меньше стоит, чем челка. А почему? А, потому что здесь, допустим, идет ну, где-то минимум. Здесь идет детская коллекция, значит, она будет более прочнее. Тихо, не роняйте. Просто только за этого. То есть в любом случае дети, они могут ходить, они могут порвать. Поэтому она будет более прочнее. Дети, это не про меня. Степени комплимент. На самом деле это очень хорошо, спасибо. Потому что индивидуально подбирается. Это круто, когда ты не будешь похож на другого человека. Это да. Это по стандартам. Это по стандартам? Спасибо большое. И с днем рождения еще раз, Евгения. Спасибо, спасибо. Спасибо. Хорошего вам вечера. Вам тоже. Спасибо. А, ну что, ребята, я вижу, что стрим вернулся. Девушки, здравствуйте, а вы не посоветуете бар поблизости? А сколько вам лет? 20. 20? А, то есть вам уже можно, да, выпивать по барам ходить? Я просто думала, может, вы слишком молодые. Что? Мы не пьем. А, вы не пьете. Окей. Хорошо видеть. Девушки не пьют. Ну что, одеваемся, идем? Нет. Ой, подожди, я хотела побрызгаться. Подожди, прежде чем мы уйдем, нам нужно побрызгаться. Они ЧСВ. Почему если не открыт к общению, то вы сразу пишете ЧСВ? Что за... Ой, какие хорошие. Ой, какой ты хороший. Привет. Привет, Кися. Привет. Почему сразу писать ЧСВ? Смотри, какая у меня пчелка. Guys, do you like my bee? My bee, my bee. My bee. I have my own bee. Иди к лысому на фейс. Я не пойду к лысому. Ты не знаете, сколько ехать? Какие сейчас пробки по Москве? Света абсолютно правильно говорит. Верни бабу в шапке. Какую бабу в шапке? А, она не хотела общаться. Чатик.
уже убирается, скоро закрывает мол. А вам все бабки в шапку подавай. Иди в метро. Иди в метро, пей. Купи пиво, иди в метро. Мира, извинись перед кисой за то, что ударила. Я не ударила, я почесала. Я почесала. Киси почесала за ушко. Сейчас надушусь. Мне приятно пахло. И ладно, уж свожу вас. Понимаешь, в бар, который я знаю точно здесь есть рядом с центром международной торговли, мне туда не пустили в угол в прошлый раз. Поэтому я могу попробовать зайти, но если не пустят, то не пустят. Вот так, нужно тоже взять полупрозрачные темные колготки, платьице коротенькое черное и такие укороченные уги. Шик. Шик. Сейчас меня смотрят девочки. Мне кажется, мне очень полезные всякие штучки можно интересные перенять. Конечно, не бьюти-блог, но тем не менее. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вернулась. А можно мне вот эту штучку с афродизиаком тестер? Да, конечно. У меня сегодня очень важный вечер, и я хочу оказать нужное впечатление. Можете прямо меня взбрызнуть? Взбрызнуть вряд ли. Можете взять вот так вот послушать, не по палочкам, потому что... А взбрызнуть нельзя? Нет, спрея, к сожалению. Либо можно здесь послушать. Послушать? А вы сюда вот, да? Да, да. Я вот так послушала. Я вас не смущаю? А сейчас? Простите, пожалуйста. Ой, афродизиак как пахнет хорошо, ребята. Хотя я сегодня помылась, но забыла попользоваться дезодорантом. Сейчас мне нужно идти в бар. Вот. А там очень важная встреча, поэтому... Ой, поломала немножко. Ничего страшного. Вот, поэтому... Так, ребята, самые важные точки. Запястье. Смотрите. Запястье. Первое, второе запястье. И лодыжка. Я в лодыжку прям не мелко. Спасибо большое. Простите еще раз, вам тоже не болит. Самое главное, короче, не ее лица. Афродизиак. Вот смотри, сейчас никто не устоит. Это точно. Никто не устоит. Я уже не устоял. А вы можете упасть? Так. Так. Давайте я оденусь. Блин, я все замоталась. Ух-сак-сак-сак-сак. Ярмарка. Ярмарка в ту сторону. Здесь реально ярмарка есть. Стоять, бояться. Ой, девушка там плачет. Ой, кошмар. Чего она такая раз... с девушкой. Смотри, она прям плачет. Видите это? Обратите. Нет. Нет. Девушка, вам помочь? О, мне так жалко. А чего она так плачет? А чего вы смеетесь? Мне, конечно, не очень красиво, может, я пыталась ее показать, но... Хотя ее внимание привлечь. Не знаю, она прям, у меня прям все лицо было в этих слезах, такое красное. Я думала, у нее аллергия, а потом увидела, что она плачет. Смотрите, что запнула. Это мои краски. Плакать.
отсосала и айфон не подарили. Фу, ну что такие гадости писали? Что такие проблемы какие-то? Что такие злые? На, смотри на мою пчелку. Пчелка. Пчелка. Моя пчелка. Ну что, вы решили, в какой клуб мы идем? Бар. Клуб меня не пустит в таком наряде. В моем бабушкином свитере и губах. You wanna get swifty, boys, boys, boys. I'm looking for some good times. Вам, вам, вам. Мира, пригласи ее в бар. Ну я как бы ей сказала вслед, может вам чем-то помочь, но не отреагировала вообще. В гей-клуб я точно не пойду. Сейчас знаешь, что здесь большинство вообще даже не из Москвы. Чего я вас спрашиваю? Куда вы знаете, правильно? Куда вам знать, куда мне идти? Зачем я у вас вообще что-то спрашиваю? Проверка. ЧСВ? Не, не ЧСВ, просто реалистично. Очень сомневаюсь, что такое большое количество людей из Москвы меня смотрит. Я вообще как бы русских, я знаю, что много смотрят, но я сомневаюсь, что большинство из них из Москвы. Мы не элита, а элита, ты чё? Элита, ты чё? Всё? Нужно, чтобы было тепло. Слушай, что мне делать вот с этой фигнёй? Она не помещается в мой... В принципе, можно... Сейчас не лето. Вам намного удобнее, конечно, гулять. Не только. Ну что, идем? Все готовы, ничего не забыли. Проверяем. Куртка, телефон, батарейка, ключи, паспорт. Фотки там, договорные соглашения там. Слушай, кстати, до сих пор все в Фимоле открыто. Все абсолютно. Я так удивлена. Уже почти 11. Забыла взять KFC домой покушать. Ну ладно, сейчас закажу себе. Где гидродупласти? Кстати, я слышала, что они скоро будут делать кукинг-стрим. Шапку оставила, я беру шапку. Люблю вас чай. Мур-мур-мур-мур, мой хороший. Мур-мур-мур, мои хорошие. Слушай, мы нашли с Настей столько котят, очень разного, ну там, конечно, из разных мест, но сейчас подают достаточно большое количество котят Мин-Куина на Авито. И мы завтра поедем, что можете взять йогурт? А, все, они закрыли. Эта штучка неплохая, конечно, скопирована, как всегда, с Запада, с Америки. Замороженный йогурт, там можно всякие топпинги, добавки наверх, вкусненькие. Просто я собиралась брать бенгальского котенка. Ой, забыла на четвертом этаже зайти. Там же котята. Они все время новых. Каждый месяц они там обновляют котят. И он типа такой маленький дом приюта для животных. Откуда их покупают? Велик. Вот на чем нужно ездить, а не на мастах. Панчперсы в аптеке. Апчтека.
там холодно будет. Хочу, что я перчатки купила? Нет. Мама, я в телевизоре. Ой, золотое яблоко. Может, зайдем сюда? А что здесь? Ой, если мы идем в клуб, то нам нужно обновить макияж. Перчатки неудобно. Нет, не зайдем. А, ну да, если честно, правда, я вас уже так мучаю шопингом. Да, вы правы. Ну, дай хотя бы немножко губы подмажу и все. Только губы и все. Вот, посмотри, где нам нужно было попрыскать. Джорджи Армани. Неплохо. Персиком пахнет. Приятный, легкий персиковый летний аромат. Как чача. По запаху как чача. Бар. Плюс герпес. Ребята, это тестеры. Это тестеры. Таким образом герпес не поймаешь. Знаешь, каким образом поймаешь герпес? Это если... Что-что? Привет! А что это такое у вас в руке? Скажите. Попа-ковырялка. Вы ковыряете попе? Покажите, как. Не на моей, на своей покажите. На своей покажите. Ой, я промазала. Попа-ковырялка. Понятно, чем занимается. Боже, как холодно. Матрешка моя. Вот, посмотрите. Вот так мы с вами сейчас будем отмечать. Russian style. Чё эти бар? Why even go? Why even bother going to Club the Bar when you can party right there? Right there. Hard bus. Как меня пахнет теперь. Ух, мешала. Афродизиака. Сейчас никто не устоит. Смотри. Шарахнулась очень сильно. Холодно. Просто отходит в сторону. Очень пахнет. Очень пахнет сильно. Мира, зайди в кальянную, Москва. Что, даже не пьяная? Ну, не, на самом деле я до сих пор чувствую тепло от этой чачи. Такое забавное слово чача, да? Чача, чача, чача. Чача, чача. Нет, это к Чечне вообще никак не относится. Чача. Боже, до чего я дожила? Иду с чатиком. Прогуливаю их в бар. Что, никогда в баре не были? Что, сами не можете сходить? Что я вас должна водить за ручку? Мама ведет детей в бар. Чатик круто? Ребята, вы действительно пробовали чачу? Это самое... На самом деле, я сначала не поняла. Первый раз, когда я только проглотила... Вы же видели, я залпом выпила вместе с лимончиком. У меня было очень странное ощущение, потому что настолько крепкого напитка я ни разу в жизни не пробовала.
Мне казалось, водка крепкая, так это в два раза меньше крепости. Мам, сходи в бар. Мам, мам. Кстати, мне вообще говорили, что нужно вот сюда куда-то в бар сходить. Даже лучше. Жалко, что Светка ушла. Иди в бар «Карты Койот». Вот там говорили, что есть бар. Понимаете, там будет тяжелее найти. И тяжелее остаться. Третий этаж Москва-Сити. Опять же, проблема с этажом в том, что связь пропадет. Ладно, пойдем уже сюда. Я пытаюсь сейчас думать вперед, на 10 шагов вперед. Конечно, тяжело мне получается. Из-за Чача. Эх, Чача. 53 этаж. Мне придется подниматься. Связь офнится раз 10. Просто исходя из этого, то да. На самом деле в Москва-Сити есть все. Все. Все, что хочешь. Магазины, сауны, побриться, ногти покрасить, подстричься, всякие там фитнес-клубы, и потом искупаться, потом можно потусить, выпить. Я уверена, там можно какую угодно шмаль купить. Там все. Тут есть все. Заходи в Москва-Сити, есть все. Но мы оттуда уходим, знаете почему? Потому что зайдешь в лифт, связь обрубится. А здесь барчики, если я пойду к центральному торговле, здесь барчики будут на хостеле. Просто ход-выход. Футболки Фейса, Москва крута, рынок, менты, ловите ее. Да нет, это просто к слову сказано. Мы же не курим. Краски. Краски здесь. Мира могу подогнать. Мне не нужна шмаль, мне нужен санус, чтобы спал лучше, для расслабления нет. Вот, кто-то звонит. Там потом отвечу. Я не балуюсь, и мне нужно, у меня... Я хожу уже к психотерапевту, но я пойду еще... Есть психотерапевт, а есть психиатр. Психотерапевт – это человек, который с тобой общается, правильно? Он старается через общение, через твои ментальные способности настроить и решить твои проблемы. Настроить тебя, поставить тебя в порядочек, твои мозги, решить твои проблемы. А психиатр, он прописывает тебе таблеточки. Если у тебя есть какие-то химические сбои в твоей головёшке. И ксанокс, кстати, это очень распространенная вещь, которую выписывают люди с психозом, с нервозом, проблемы сна и так далее и тому подобное. У тебя есть чат. Ну, мне кажется, это неправильно рассказывать лично и жаловаться вам о моих проблемах все время. Потому что хоть это мое полухобби, но все равно я воспринимаю как работу. Поэтому сидеть и жаловаться. Меня парень бросил, мамка ругала. Так, ну это неправильно тоже. Так. Поэтому зачем я свои проблемы на вас буду вешать? Правильно, ребята? Вы сюда пришли смеяться над тем, как я... Смешно выгляжу. А не то, чтобы слушать мои проблемы. И соболезновать. Мы принимаем тебя любовь. Но все равно, мне кажется, это не очень. То есть я в принципе, выслушаю, если человек очень близкий мне, я выслушаю, посоветую от души. А если не близкий, то я, ну, так обычно сделаю вид, что слушаю. А так, представляешь, сколько на тебя будут вешать своих... Могут люди вешать на тебя проблемы, все равно негативная энергия, все равно тяжело.
Поэтому я поражаюсь, как психологи разряжаются после всех этих сессий. Представляешь, если им приходят каждый день рассказывают о своих проблемах, ноют, плачут, злятся. Это же так тяжело, такое большое количество негативной энергии поглощать, не сходить с ума. Я гей, поздравляю. В мире у кого-то 40 кошек, а у кого-то 2 кей-чатика. Кстати, ну поэтому я хочу взять наконец-таки кошечку. Ну, жарко. Фух, чувствую чачу. Чуть потеплело, по-моему, нет? Такая улица не очень освещенная. Чуть сыкотно. Совком. Что по совком? Советский коммунизм? Восемь градусов всего. А, ноль градусов всего. Может, не нужно было кидать лашу? Понимаете, я такой человек, что я чувствую любой, абсолютно любую, как же это слово, любую настойчивость, у меня сразу же реакция убежать и спрятаться, абсолютно любую. У меня это было с детства. Потом нет. У меня родители такие достаточно настойчивые. У меня это выработало с детства. Я сразу убегаю, прячусь. Нет, не знаю, ничего, они меня потом ищут. И сейчас я в домике. Я не могу с этим ничего поделать. Ты настойчива? Ну, да. Бывает. Мне кажется, это по жизни, знаете, это как игра. Один убегает, другой догоняет, и наоборот. Поэтому нужно всегда все делать в меру. Знаете, на самом деле, настойчивость рознь. Потому что все зависит от ситуации, но иногда очень даже правильно проявлять настойчивость, когда ты хочешь получить из ситуации то, что тебе нужно. Но опять же, не это зависит. Потому что когда начинается манипуляция, особенно людей, одно дело, ты сел, вот, решил написать доклад, настойчиво, все изучил, на 100%, чистенько, складненько, получил 5 с плюсом. Молодец. А другое дело, когда ты проявляешь настойчивость с людьми. Здесь надо быть аккуратным. Здесь нужно быть аккуратно. Звони Гринчу. Ребята, его нету вообще. Он не отвечает на звонки. Сообщение. Там, знаете, как можно в WhatsApp посмотреть, прочитал сообщение или нет? Написано, что сообщение не прочитано. С ним или что-то или его повязали за распространение Ксанакса, или одно из двух. Это парк. Смотрите, здесь никого сейчас нет. Скейтерский парк. Ну что, мы почти уже дошли до центра международной торговли. Идем, так бежим. Смотрите, я вас за ручку веду. Давай ручку. Давай. Давай ручку. Купила как раз не слишком колючие перчатки и шерсти. Веду за ручку. Победит. Дело мечты, я сама что-то не говорю. А куда вы идете? Домой иду. А вы не подскажете, здесь есть какие-нибудь бары хорошие поблизости, чтобы не ехать, а пешком дойти?
Направьте меня. Подземной. Подземный переход. Переходите дорогу. Крутите направо. Выходите наверх. Крутите еще раз направо. Там пробовная инфраструктура. Там много бар. Еще так, смотрите. Прямо. Подземный переход. Да. Из подземного направо. Направо. По кругу. А по кругу это как? Нет, не по кругу. Выходите из подземного. Да. Крутите направо. Да. Будет маленькая калиточка. Угу. Куда заходите, это территория трехгорной мануфактуры. Там много чего. Трехгорная мануфактура? Это прям три горы будет? Бывшее производство. А, и так называется, да? Да. Угу. А как бар называется? Или хотя бы один из баров? Просто будет бар на баре, да? Да, 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 там будет достаточно. Ну, в Тиффани есть караоке. Тиффани. О, караоке, ребята, можно. А можно туда как-то пройти без подземного перехода, а то у меня сигнал пропадет. Я сейчас лайвстримлю, то есть обязательно, да, вниз нужно? А если перебежать дорогу вот так через без подземного? Ну, если вы очень быстро бегаете. Очень быстро. Я была самая быстрая в школе. Мне всё было 5 по физкультуре. У вас какой был любимый урок? Хороший вопрос. А, вы думаете? Ну, наверное, физкультура. Физкультура, да? Ребята, у вас какой был любимый урок? Минус мира. 5 по физике? Слушай, физика очень сложная. У меня всегда было 3 по физике. Ну, 4 в лучшем случае. Я ее или списывала, и смотрела ответы. Биология, да, вот биология у меня тоже была. Труды. Но на трудах девочкам шить, а мальчикам нужно было идти тесать досточки. Там тоже легко. А это не бар? Не могу сказать. Нужно в бар. А можно я с вами пройдусь до подземного перехода? Ну вы же так со мной идете. Но вас это не смущает? Мне интересно, что вы стримите. Twitch. Слышали такую платформу Twitch? О, то есть вы смотрите, да? А кто у вас любимый стример с Твича? А я не буду. Почему? Дреда знаете? Вы сами играете в игры? Нет. В Доту там? Нет. Лига Легенд, Паб, Хардстоун. А чем вы занимаетесь? Айтишник. Айтишник? Ну вы по-любому, может, это играете. Что вам еще делать на работе, когда... Ну я знаю, что айтишники делают на работе. Они смотрят стримы и играют. Играют в игры. Ну вот, Витас Шутера вам очень нравится. Да. Шраута смотрите? Да. Доктор Дисреспект. А я русский Шраут. Не верите? Я вам сейчас докажу. Я сегодня выиграла, сегодня играла в этот, как называется, тир в Эфемоле. Выиграла все. Они меня даже оттуда выгнали, сказали, мы больше не дадим вам играть. Я выиграла все игрушки. И вот эти маленькие пастельки. Ребята, мы проходим... Это что, церковь? Церковь в центре международной торговли. Кстати, очень красивая есть статуя. Гермес. Показать, не показать. В принципе, можно пройти и показать. Сейчас сюда зайду, в эту калитку покажу. А вы знаете, кто такой Папич? Нет. Я не знаю. Мира, ты делаешь круг. Нет, не круг, я все правильно. Я же поняла примерно, где эти бары. Мы проезжали. Пью, 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 пью. Все пишут, что вы врете, и знаете, кто такой Папич. Врет. Врет, нагон его, он врет. Как вас зовут? Олег. Мира, приятно познакомиться. Приятно. А где вы работаете, Олег? Не хочу говорить. Такой скрытный. Да. Олежка-загадка. А вам далеко еще до дома? Нет, пару шагов. О, около подземки, да, живете? Да, вот в подземку. Подземку? Не, я все-таки в подземку не пойду, я побегу поверху. А то сигнал пропадет. Да, я рискну.
Это же подземка, да, впереди? Да. Да, это не подземка. Это из-за того, что надо вам перебежать будет. Чатик, ради вас я рискну своей жизнью. Его зовут Богдан. На самом деле у меня такой чатик, он сейчас может просто, смотря на ваше лицо, вычислить всю информацию о вас. Это круче, чем ФСБ. Смотрите, сейчас будет сканирование лица пошло. Проверка. Ага. Так, хорошего вечера, Олег. Я побежала. Вон он, подземка. Что-то у меня живот болит. Кажется, эта чача была слишком опасна для нас с вами. Цукерберг он? Думаешь, русский Цукерберг? А, все, я поняла. Ну что, я иду по улице, и забьют ребят этого. Хотя вызовите скорую для меня. Минус мира, минус канал. ЛДПР! А? Не упала. Вот он, статуя Гермеса. World Trade Center Moscow. Are you sure? It's like that building between this one and that one. See, it's like right there. Hermes. Ta-da! Вот они, смотрите, барчики. Мы дошли. Так, теперь нужно перейти улицу. Ребята, смотрите, мы должны перейти. Боюсь. Беги. Подожди, сейчас не остановится. О, они останавливаются. Можно прийти? Можно? Можно? Можно, 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 можно. Спасибо, спасибо. Спасибо. Благодарствую. Ой, а что, у меня села батарейка? Что больше не подзаряжается? Или у меня высосалось уже все из моего кирпича? Кирпич умер. Ну что, в принципе, еще на полчасика хватит стрима. Штраф платит. Пиццерия. Воу! По-моему, это не бары, а рестораны. Никто, никто не нуждается, да? Окей. Булкмейкер. У меня машина есть. Багаж там стоял, у меня уже. Чувствую, как лошадей. Воняет лошадка. Воняет. Однако, лофт. Бум-бум, смеш-смеш. Это что такое? Скажите, пожалуйста, это бар? Это что, это из голода или нет? Лофт, бум-бум, смеш-смеш. Окей. Я просто не знаю, что это такое. Посмотрим, насколько здесь будет хорошо ловить. Здравствуйте. Скажите, это бар или ресторан? На съемку запрещена, девушка. Выключите. А если я сама себя снимаю? Не надо снимать. Выключи. Себя тоже нельзя? Окей, спасибо. Сюда. Что они, чем они там занимаются, раз съемка запрещена? Чем они там занимаются? Гей-клуб? А, барашка. Ресторан барашка. Еще один ресторан. Это клуб Бойс, возможно. Корейский ресторан. Блин, ну одной Шинок ресторан. Кстати, я слышала, Шинок неплохой.
Beauty Embassy. Сезон раков. За 99 рублей. Казбек. Цветы. Подожди, а я правильно сделала? Сказала, что правой в калитку. Я правильно же пошла? Такое ощущение, что здесь одни рестораны, а не бары. Давай подсядем кому-то. А, ты хочешь, чтобы я просто шла-шла и подсела кому-то? Кстати, вот тут корейское место интересно выглядело. Учитывая, что мы недавно были в корейском барбекю. Мясной ресторан «Бочка». Не упадет? Давайте сходим, вдруг упадет. Это что-то веселое было. Ассасин, фрик и паркур. Паркур, паркур. Да какой суицид? Здесь, боже мой, второй этаж. Даже если очень хочется, не получится. Если даже очень хочется. Паркур, паркур. Паркур. Я паркур. Паркур, паркур. Я люблю Россию, ребята. Чего ты ждешь, прыгай? Ребята, это новый ассасин. Когда они сделают ассасин в России, это будет выглядеть примерно так. Гоу дальше, подожди, я жду. Сейчас будет самое интересное. Паркур, паркур. Тише, тише, тише. Leave them alone. They literally were waving at me and saying hi to me. Fuck off. You nerd. Free content, homie. That's new Assassin's Creed. Taking play in Moscow. Мира, ищи зарядку. А у меня нету зарядки, она дома. Узбеки ассасины, профессиональные строители России. Крышу кроют, они укрывают одеялом здание, чтобы оно не замерзло. Именно так. Ой, пошел третий пошел. Нет? Я думал, пошел. Пакетиком укрывают. Да нет, я смеюсь совсем не с работяг, а с того, что они делают. Вы не понимаете, что мы параллель сейчас с ассасином провели, с паркуром? Вот почему смешное. Они из-за того, что они делают. Куши, малыши. Ко всему есть возможность, что кто-то может упадет смешно. Смотри, смотри. Он не застрянет там? По-моему, там еще... Не могу. Хочу посмотреть, как они накроют сейчас это все. А что у него на голове, какой-то носок? Wait, English? Wait, should we go catch up with them and ask what's up? О, из Англии, догони. Блин, они так далеко. Я хочу посмотреть, как они докроют. Давай, тяни, тяни, тяни. Тяни. Ну давай, тяни. О! О! Как они помещаются? Слушай, там вообще нет места. Как они так ползут промеж стенки и лестницы? Тяни, тяни. Не могу, это так смешно. Сейчас, когда я думаю о новом ассасине. Работяги. Посмотри, что делает. Посмотри, что делает. Без палева. Okay.
А чем вы будете сейчас закрывать? Вы будете прямо вход весь закрывать пакетиком? Чего-чего? Зеркало только закрываете? А, я думала, вы будете весь вход закрывать пакетиком. Думаю, будет красивый такой пакетик. Ну ладно, я пойду. Почему снимать на видео? А? На видео почему снимать? Мне было интересно посмотреть, как пакетиком закрывают вход. Мне интересно, можешь... А я сейчас их снимаю. Удалей это, пожалуйста. Почему? Это все контент. Работяги. Работяги работают. Ну, таким видео у нас уже много еще. Ну, это интересно, смотрите. Обычная жизнь, обычных людей трудятся. Трудятся, не покладая рук, для любимой России. Некоторые люди вот смотрят, лайк, так и мне этого работает, я не понимаю, почему так. Смотрите, как на... У меня здесь еще чатик бежит, они все смотрят. 1700 человек сейчас смотрят, как вы пакетиком закрываете вход. Да. И все просто в восторге. Говорят, как хорошо люди работают. Сердечки вам, лайки ставят. Куча лайков вам ставят. Говорят, хорошо, хорошо работаете. За лайк денег заработать можно. А? За лайк можно денег заработать, правильно? Можно, да. Я слушаю. Ой, а зачем они... Сколько раз дрались за лайки, вот, ребята, я слушаю, на интернете. Угу. Пишут вам, салям алейкум. Салам алейкум. А вы на каком языке говорите? По-узбекски. А... Воу, она не упадет? Так, а где здесь бар? Подожди, куш. Куш это бар? А вы не подскажете, где здесь бар? Бар? Да. Да. А, то есть все-таки прошла. Да. Ну ладно. Мы прошли, ребята. Чего все в пакетиках? Это что такое? А, это елочка в пакетике. Окей, елочка, чтобы было тепло елочке. Ребята, мы, походу, прошли бар. Лофт это бар. Может, мы пойдем в эту корейскую ресторан? Нет? Я бы посидела, сейчас еще перекусила. Еще хочу кушать. Хотите на пони прокатаемся? По катаем. Смотри, пони. Здесь постоянная езда на пони. Я не знаю, что это такое, походу, развлечение. Не спрашивайте. Я не местная. Кататься на пони. Нет, ты пони раздавишь. Знаете, сколько я вешу, кстати? Вот, видайте. Видели мои запястья? Я как ребенок. Красиво, да, Юля? Дышите, дышите. Елочкой. Елочка, кстати, это мой любимый запах. Из всех цветов мне больше нравится запах хвои. Ой, не цвета, не цветы, но хвои. Вы не подскажете, где здесь бар поблизости? Какой? А какой повеселее? А, вы не хотите быть на камере? Окей. Какой бар-то? Какой повеселее для молодежи? Прямо направо? На территории, да. Там на штук 5. Это улица? Вот, вот, на углу. Ага, спасибо. Вот, такой. Как бы на пони покататься. Елочка в руке. Так, постелька здесь. Постель. Сейчас все получится. Тю-тю-тю-тю-тю. Это ноги. Вот куда направо, вот в калитка, которую мы не попали. Темно все равно, давайте я покажу, что-то. Здесь, смотрите,
супер секретное место. Вот в эту калитку заходишь. Ну, здесь нас не пустят. Я помню, здесь клуб. Ну, там чуть дальше пройти. Да, туда меня не пустят. Из-за того, что я в угол. Мы здесь были как-то раз с Настей, с Стасей. Они все были хорошо одеты, а я была... Ну, в принципе, я тоже была неплохо. Я была в красненьком таком вязаном платьишке, коротеньком, и в угах. Что терпеть не могу на каблуках. Еще, знаешь, у людей, у которых проблемы с спиной, вообще противопоказаны каблуки. Вот. И я думала, ну, ладно, сойдет в угах, что у меня все остальное нормально. Там, причесочка, платьишко. Нет. Главное, я еще пряталась за них, чтобы уги не увидели. Джаггер, точно. Ну что, попробуем зайти. Если не пустят джаггер, значит... Значит, не пустишь. Джаггер! Жаровня. Там можно прикусить в жаров. Кся-кся-кся-кся-кся. Кся-кся-кся-кся-кся-кся. А что я что-то смешное сказала? Ня. Ой, это очередь, что ли? Не хочу в очередь стоять. А, здесь еще и старый шпаб. Подожди, а джаггер это что? Get in, get out, Irish pub. А здесь что? А здесь вход. А здесь немножко другое заведение. Окей. Thank you.
Каверзный вопрос. Блин. 18 лет. На 18? Да. Да ладно, да. Вы не льстите. Нет, конечно, 36. Мне 37. Спасибо. Спасибо. Краски в подарок. Краски в подарок. Чатик. Ба! Тяжелая дверь. Ой, а здесь выход, что ли? Гардеробная. Ой, это мне? Нет, к сожалению. Второго нет. Здравствуйте. Ба! Падай. Жарко. И это сниму. Очень жарко, особенно после чачи. Попроси зарядку. Не, мне хватит еще минут на 20. А можно я еще краски оставлю? Вот так. Можно я краски еще оставлю? Не выпадет. Ну, если выпадет, то можете вы запомнить, что это мои краски. Спасибо. А это что такое? Номерок? Ух ты, здорово, так стильненько. Спасибо. Номерок? Мои цветы. Мои цветы. А? Может быть плохой сигнал, потому что на самом деле уходит все глубоко, глубоко вниз. Посмотрим. Джаггер. Джаггер налево, Джаггер направо. Ну что, ребята, здесь я в первый раз. Сейчас посмотрим, достаточно большое заведение.
другой части бара. Потому что, если честно, здесь немножко туповато. Жалко, что нельзя снимать там. Я уверена, там находится какая-то подпольная... Там, небось, я более чем уверена, там можно пройти на приватный танец. И не только. Посмотрим, что у нас сверху. Кстати, здесь тоже достаточно уютненько. Ой, это он. Это он. Ясно, здесь тоже бар. Кстати, достаточно пусто. Интересно, может, из-за погоды? Заряди нас и пойдем дальше. А мне нечем заряжать. Я принесла только один кирпич сегодняшний вечер. Помимо М и Жо, М это понятно. Посмотри, мне так нравится листочек. Листочек приклеили, посмотри, причем так же, знаешь, приклеили, распечатали, приклеили листочек М и Жо. Но в М мы точно не пойдем. Но это, конечно, няшно. А сюда что, нельзя? Я не пойму, это можно или нельзя? В принципе, я могу пройти. Или это значит, что нельзя? Скажите, а что там наверху? Там мероприятие? Москва, там была интеллектуальная бар-олимпиада была. Что-что? Москва, интеллектуальная бар-олимпиада проводилась. Я очень интеллектуальный человек. Можно поучаствовать в олимпиаде? Да. Можно, конечно. Заходите на наш сайт москва.ру. А наверх нельзя пройти и поучаствовать? А уже закончилось. А, то есть там ничего нету? Да, мы уже все результаты объявили, наградили, победили. А вы что там делали сейчас? Я один из организаторов, я собираю все вещи, и мы закругляемся. А можно мне сходить посмотреть, что там наверху? Не думаю, что можно, потому что там уже пусто. А если с вами, можно? Ну, я сейчас не туда немного иду. Ну, когда вы пойдете, можно я с вами туда пойду? А куда вы идете? А, МЖО? Да. Давайте, удачи.
Я сделаю майку.
Может быть, что меня смотрят девушки. Есть UFO с нами, привет. Катушка настоящая? Да, это что-то для тебя. Только одну кофту из этого номера. Можно? Только вязаную кофту без куртки. Можно мне только вязаную кофту? Постельки не улетели еще туда? Жак, спасибо. Мерси буку. No comment. No comment. Вкусная вечеринка. А что еще знаете? Все на этом. А по-английски еще чем знаете? А у меня снимать нет? Да, скрытая камера. Скажите еще что-нибудь по-английски. Я думаю, не стоит вас удивлять моим английским языком. Вы меня уже удивили. Да? Видео в Ютубе не смотрели, где там молодой человек спрашивает, как вечеринка? Он no comment, вкусная вечеринка. Смотрела, это же мемчик. А еще что-нибудь знаете? Нет. Из мемчиков? Нет. Один. А вы? Да? А вы? Я знаю все. Моя профессия – это знать мемчики. Какая шутка? Нет, мемчики. А, вот такие вот, да? Да, смешные мемчики. Я понял. Это у вас что? Что у вас на зубах? Брекеты. А, это брекеты? А сколько вам лет? То есть вы все-таки снимаете меня, да? Да. Раз. А сколько вам лет? А какой целью интересуетесь? А мне интересно, что у вас брекеты. Это так няшно.
Няшно? Няшно, да. Ничего себе. А сколько вам лет, скажите? 21. О, чатик! Пенис Дитров. Это ваше имя? Чатик просто пишет. Они сразу сканируют по лицам людей и вычисляют, как, где они живут, как их зовут. Понятно. Приятно познакомиться. Пенис Дитров. Или сейчас? Все, в принципе. Это норма, да? Ну что, давайте здесь возьмем. Раз уж мы зашли. Правда, здесь немножко шумно. Здесь присядем. Ребята, если его звали не Пенис Дитров, то вы его очень обидели. Зачем вы так? А, я пришла перекусить. Ребята, пока я дойду до дома, все равно телефон уже сядет, поэтому смысла нету. Смотрите, как прикольно разрисовано. Все это обклеено разными купюрами. Очень здорово сделали. Согласитесь? Иди, извини, за что? Вы же писали Пенис Дитров. А за что извиняться? Можете меню. Можно мне меню? Извинись перед Пенисом. Можно мне меню? У вас же есть что-нибудь покушать, да? Покушать что-нибудь есть? У вас очень красивая борода. Покажи, смотрите, что это такая борода. Не позорь нас, Мира. В смысле? Так, это перекусить? Это перекусить. Завтраки. Ой, что это грязное у меня бывает. Холодные закуски. Завтраки. Груди, шампиньоны, филе миньон. Супер плотный завтрак. Кстати, я бы съела цезарь. Супы. Суп пюре чудо. Морепродукты. Картофельные селекции. Что будем брать, ребят? Закажи текилу. Не хочу пить. Ничего не хватило. Пиво. Пивная сардель. Жареная корюшка мойва. Много всего пива, кстати. Вот, типа, ну, пивной бар, а ресторан. Начос, пивные карточки. Булочка с кунжутом. Котлета из баранины, сырфета. Тут можно хороший бургер смачный заказать. Богу нравится, как ты бухаешь. Богу нет. Спойлер-алерт. Слушай, давайте возьмем. Извините.
извинись. И даже не кто-то мира, каждый должен извиняться. Извини. Жареные куриные потроха. Садись с креветками. Фишер чипс, кстати, фишер чипс очень вкусный такой. Свиные ребра. Куриные крылышки. Ребята, что выбираете? Я вам зачитываю все самое вкусное. Что будем кушать? Цезарь с копченым петухом. Смотрите. С копченым петухом. Я не шучу. Копченый петух. Мерапи. Запускай, пожалуйста. О, Сибас. Где же дред? МВ этого Сибаса заказал. Так, что берем? Куриные крылышки, свиные ребра или супчик? Выбирайте, давайте. Свиные крылышки, куриные крылышки, свиные ребра или супчик. Обидела пенис и ушла. Хватит брать. Бабы будут. Чего? Бери рыбрышки, тучи. 1-1-2-2-3-2-1-1. У меня есть пенис. А крылышки и ребрышки, или что там, ребрышки и крылышки, это будет все очень грязно. Я буду сидеть и буду все грязно. Свиные взять? Свиные ребра, баклажаны, череп, помидоры, сардины, куриные крылышки. Смотрите, что у нас. А? Дома поешь. Кто там писал в чатике? Дома поешь. Дома поешь. Так что, ничего не заказывай? Крылышки бери, не переедай на ночь. Вообще, да. Читать, ребята, у нас клевая ночь. Время бежит, как ваши эти сообщения. Время тикнеет. Пишет, здорово, секси. Можно мне ребрышки пишет? А почему вы смеетесь? Они не вкусные? Хотите поздороваться с моим чатиком? Скажите, а чем вы... А, вы не хотите знать? Это комментарии просто бегут. Это твич. Твич это... Ну, твич это была первая платформа, на которой мы начали стримить лайв. То есть прямой эфир, потом YouTube, Instagram скопировали с твича. То есть здесь... Прямой эфир идет, и люди пишут комментарии. Вот такой вот твоя. Что? А? Ну,
Конечно, есть. Конечно, есть. Сейчас кто-то засабится или кто-то занатит. Смотрите. СМС пишет, да. А у вас вкусные же ребрышки? Да, я просто не знаю. Бомба, бомба. Я знаю. Вот он есть. А, вы не ешь? Бомба. Окей, можно мне ребрышки, которые... Бомба. Свиные. Которые бомба. А что попить хорошо? Ты похлебство, а лайк. Ну, я уже сегодня чачу пила. Чачу? Чачу. Чачу? Чачу. Я просто после коньяка сюда приехал, и у меня башка валит так. После коньяка? Да. Я все чувствую, коньяк это, конечно, а что? А ну, тебе гермачину попросить, я не съедим вместе. К ребрышку чуть-чуть. А боюсь или нет? А, нет, это не мое. Я вот думаю, а что у вас есть из свежевыжатых соков? Да все есть. Яблоко, яблоко. Манго, манго нет, манго. Ой, как раз манго захотелось. Обычно сок есть, манго там. Манго нет. А как работает? Да? Капитан Норган Светлый. Я тут все вышла, поэтому... А, все, понял. Спасибо большое, спасибо. На здоровье. Ребята, за вас. За хорошие выходные, всем хорошего настроения. Обнял. Ананасовый, сельдереевый, апельсинный, яблочный, лимонный. Сейчас я просто хочу воды. Сейчас вода обычно. А вы здесь с кем? А где ваша компания? С кем вы отдыхаете? Я один с компанией один. Я один и компания одна. Я один. Вы один, пришли в бар? Я так понял. У нас это праздник. Я там праздник. А вот девушка не знает. Я даже девушка не знаю. А как вас зовут? Димон. Димон. А давайте я вам дам 1000 рублей, если вы подойдете к этим девушкам справа. А что вы будете сказать? И возьмете у них телефонный номер. Вы сначала гостите с бутылкой, и если у вас получится взять у них телефонный номер, то я вам даю 1000 и за каждую тысячу. Да, давайте. I challenge him to go get numbers from these two girls. Димон, где ты? Давай, Димон. Вся Москва на тебя смотрит. Я не пойму, все хорошо идет или не очень? Отшили, отшили. Так, да ладно. Да ладно. Блин, а у меня нету налички, как я ему дам? Честно, я просто не думала, что у него получится. Да ладно. Минус 1K. Ладно, я угощу его крылышками, ой, этими. Но у меня нету налички с собой. Давай.
вот я сейчас снова убегу, вы будете писать, что я человек говно. Взяла и ушла. Димон, ты бог, красавчик. Три номера взял. Он три номера взял. Смотри, там парень выплясывает. Посмотри. Так забавно. Ваш, пожалуйста. Где мои крылышки? Ой, ребрышки. Крылышки и ребрышки. Вот это техника. Я поражена. Вот видите, что называется уверенность в себе. Эй, спасибо за три гол. Я вас слышу. Я вас слышу, ребята. Алло, я в бункере. Кстати, неплохо ловит все пять палочек. Только скоро подзарядка сядет, совсем скоро. Ну что поделать? Слушай, я честно не ожидала, что так изи для него будет. Я так немножко взглянула, но, естественно, я посмотрела, блондинка была такая более-менее симпатичная, и мне казалось, что будет тяжело. Они как раз и пирожки пьют. Боже, ну что стоит, стирает он что-то. Все, нас бросили, ребята, нас бросили. Эти девушки намного интереснее, чем мы. Дай ему косарь, если он найдет зарядку. У меня нету. У меня нету налички вообще. Я знаю, что им очень нравятся эти ребрышки. Я с ним поделюсь ребрышками. I cannot believe I actually dare him to get one number and he got three numbers. Three. This guy is a god. And all you need is confidence. Big reach. Смотри, втирает главное. Он забыл про Миру уже, лол. Честно, я просто хочу свои ребрышки, больше ничего. А вон наш друг с бородой. А вот еще один друг. Наши ребрышки все еще готовятся. Морган Фриман точно. Вы не тот эмоций с вами. Хватит писать бумажную продукцию, которую читаю. Хватит это писать. Хватит. Эти ноты компы. Ну что, Дима, как у вас прогресс? Я сейчас скажу, куда я хочу. А я не знаю, я слышу. Не, им все слышно.
Вот только не показывай, а, они просто записаны, да? Сейчас, да. Откуда ты знаешь, что они дали тебе настоящие номера? А я же им звонил, я же не просто так. Я же просто так мне номера не беру, ты что? То есть ты берешь и потом звонишь? Ребят, у меня есть опыт, короче, ну, пока ты не прозвонишь, короче, ну, это не вариант. Он может быть выключен, не абонент. Ну, а ты же с реальным человеком общаешься. Так что вот, смотрите, я им позвонил, и у них есть мой номер, меня Дима зовут. Короче, я не знаю, почему не видно. Давай вот так сделаем. А ты позвони, мне сейчас позвони, я никогда не отвечу. Позвони. Так нет, без проблем. Давай, звони. Леша, конкретный мало. Звони. Все, да? Кому звоним? Яне или Марине? Давай Марии. Темненькой, вот, которая... темненькой. А, давай темненькой, давай. Давай, звони темненькой. Все, звоним темненькой. Ты это убери, чтобы я хотела сказать, что она трубку взяла. Взяла. Окей, Дима, окей, ты бог. Окей, ты так, скажи, как ты это сделал. Расскажи, как. Ребята, я сделал это просто по-человечески. Я нормальный парень. А что ты сказал? Я просто познакомился и ничего не сказал, просто они были мне приятные. Ну, на самом деле, до этого у них был конфликт, и я был рядом просто. А что за конфликт? Это какой-то пассажир был у них. Не тот. А, то есть ты знал? Не-не, я их не знаю, к сожалению, я их не знаю, ребята. Ты будешь знать. Мы познакомились, я рассказал свою историю, жизни, это было, ну, неплохо, как бы. Ну, ничего сверхъестественного, я просто был человеком в этот момент, и все. Вот так просто. Да, все человеком. Просто, понимаете? Все просто. Вот, Егермастер, это просто, ребят. Это просто. Окей. Ты серьезно, деньги заплатила? Честно скажу, наличия у меня нету, но я угощу тебя. Договорились? У меня нету ни копейки наличия. Я честно не ожидала. Не ожидала. Не того, я просто как бы, я думаю, девушки будут такие. Да? Нормальные девушки вообще сидят на угаре. Тут, походу, все нормальные ребята, вот такие все тут. А ты можешь подойти и сказать по номеру молодого человека, который рядом с девушкой? Это для меня. Что это? Да. Можешь? Без проблем. Давай. Вот эту, Кудрявую, давай. Да, давай. Все, Кудрявую номер возьмем, смотри. Давай. Вот этот вот. Кудрявого. Без проблем у Кудрявого. Смотри, он действительно работает. Как для меня волосы закрывают. Амурит. Ох, амурит. Обрабатывает. Изи для Димона. Что, он реально записал? Посмотри, он реально записал телефонный номер. Это изи для Димона. Now I dream to get a number from this guy. That guy's kind of cute. I said it to me. Ой, Димон, забери мои $3.
Лора, меня с собой забери. Такой пышный и круглый. Все, как я люблю. Ну что, Миша, будем звонить Мише? Нужно проверить, настоящий номер или нет. Миша сейчас сидит сзади, вот он. Смотри, у них там целая компания. Мишка зовут. Я не могу. Ты так забавно. Дима, ты бог. А ты сказал для кого телефонный номер? Для меня? Да. Я ему понравилась? У него есть девушка? Не, у него нет. Я говорю, просто мне... Ребят, мне 35. Ну, если что, только никому не говорите. Мне 35, девчонке 24. А Мишка, он молодой, горячий парень. А у него точно нет девушки? Он просто сказал, а зачем мне это? А может быть, у него есть парень? Неактуальный вопрос задаёшь? Да, кстати, вполне возможно. Неактуальный вопрос. В Москве есть ли девушки? А, ты женат! Конечно, есть. Ты женат! А где твоя жена? А, неинтересно. А ты здесь отдыхаешь? Абрикосовый рекомендую. Блин, почему ты хочешь сюда смотреть? Короче, у кого вот такие телефоны с красной рамкой? Ну, ты сказал, что мне просто мало осталось по зарядке. Да. Пойдет. Короче, эту, ну, рамку вот сюда надо смотреть. Надо здесь смотреть. О, спасибо большое. Тебя рюмка, да? Или нет? Да, нам тарелочки держат. А, я сам. Завидуйте нам, мы ночью едим мясо, а вы нет. Вы едите молоко, кефир, вы едите хлеб, а мы едим мясо. Что там, это уже миллиард подписчиков, да? Вкусно? Нет, вкусно очень. Назвать ее дочь, представляете? Вот смотрите прикол, вы сейчас, наверное, упадете, если вы не сидите. Короче, я ему придумал имя для дочери. Это было имя Мира. А знаете почему? Потому что когда она вырастет, чтобы ей ее молодой человек или муж, или отец семейства говорил: «Мир, иди ко мне». А когда мир идет к тебе, это, ну, к сожалению, цепляет. А потом я такой немножко подумал, прошло несколько лет, наверное, парочку. И мы решили завести второго ребенка. Мы знали, что это будет почему-то девочка. У нас родилась девочка. И я знал почему-то... Или потому что... Ну, что имя должно быть на М.
Но оно не должно быть форматное, такое типа как Маша, там, Мария. И у меня дочь зовут Моника, и ей год и 7, и она очень крутая девка, и даст вам фору еще, если вы помоложе, чем она. Моника? Да. Кустарева. У меня Моника Иванова. Вот такая история. Так что с Мирой мне сидеть очень комфортно рядом, поверьте. Я сижу с Миром рядом. Вы когда-нибудь с Миром сидели рядом вообще, ребят? Мир, ты рядом? Вот, и... А Мир, ты рядом? Дима, а где вы берете только уверенность в себе? Научите. Я ж не учу, я ж не преподаватель. Я такой просто. Класс. Кто меня знает, тот знает, а меня знают многие. А что такое? Это баклажан. Вкусный? Очень. Ну? Сейчас, придешь меня? Вижу. Не, он слева сидит. Просто мне нужен молодой человек. У меня давно не было секса. Идешь с Мишей? Нет, просто... Только сначала узнай, есть ли его девушка или нет, я не хочу убирать. Такой парень, который может нам предложить какие-то... Не, не, не тебя, я говорю, что Миша. Ребята, я не свак, я просто нормальный, все. Ну, пожалуйста. Это только что двумя интермайками. Нет, но если девочка хочет, девочка получит. И все меня поддержат. Я прям вот в этом онлайн матрице какой-то. Ну, я же они не нравились мне, блядь, гермайстер. Я хочу гермайстер. Но я не могу делать. Нами наливает гермайстер. Почему? Поднимаем руку. Нормальный пацана. Физкульт. Привет! Так. А это уже Зига, Зига Мига. Название бара? Как бар называется? По-моему, Ариш Баб? Уже все пишут, что ты... все пишут, что ты Миша уже запекатывал. Чего? Миша уже запекатывал. Какого Миша? Слева. Запекат Мишу. Мишу. Димон, запекат Мишу. Я нахуй не знаю. Он для меня старается. А нахуя, если я натурал? Вот просто ответьте мне на этот вопрос, прям сейчас пишите. Нахуя, если я натурал, и у меня семья? Вот нахуй мне Миша. Мишка у меня был, знаете, когда? В 5 лет. Пускай не гермастер, налет, пацаны нормальные. За счет девчонки вот этой. Это Мирка, моя подруга все. Как сейчас машинка Мирка, знаешь, такая есть фирма? За счет девчонки. У нее там рёбочка. Бербекю, если что, ну, если так нам. Ну, угорать вообще тема. Я их все там разрываю. Да, я пишу, что там происходит? Я даже не стал читать. Они меня хуяли, да? Да. Да. Говорят, некрасиво за счет девчонки. Так она сама предложила. Выпись мне. Ребят, знаете, вот давайте по чесноку, смотрите. За счет девчонки, да, некрасиво пить. За счет девчонки некрасиво пить. Но когда она тебе предлагает, я же... Ну, я же культурный человек, но как я могу девушке отказать? Ребят, это не прикол, реально. Я ей предлагал 3 раза, она мне 1. Она мне 3 раза отказывала, а я 1 раз согласился. Если ты мушкультер, то ты поступишь так. Что случилось? Нет, все нормально вообще. Ребра лучше не просто. Закройте мой счет, ладно? Тёма! Если он будет что-то заказывать за мой счет, не пишите.
телефон, за ваш счет? Не, мой закрывайте. Закрывайте. Девушка, счет, да? Закрывайте мой счет. И больше ничего туда не кладите. Извини, раз девушку поцеловал. Раз поцеловал все, ты проверил. А там утомился от тебя. Очень. У нас не полегай. А? Не полегай. У нас эта тема, короче. Пьяная тема онлайн. Не полегай. Мы сейчас качаем пап, короче. Приходите сюда, ребята, классно, правда. Как вы зовете? Black Smith. Black Smith. Трехгорка, ждем вас. Мы здесь. Я и Мирка, и Димка, и все. Короче, я время знаю. Акоп, спроси, что делать. А вы когда собираетесь? Покидать, что собираетесь? Скоро, да, придется идти. Время-то не детское. Сань, мы же вместе. Не знаете, кривляться. Я самый скучный здесь походил сегодня. Я самое главное не сказал вам, вы эти подписчики, ребята, подписчики с интернета. Видите полбокала пива? Я пью его с вами. Вы молодцы! Знаете, мы и думали там. Там 300 тысяч сообщений, они не успевают читать. А сколько просматривают людей? Смотрите, прикол. Не вижу. А, 2051. Нормальная реклама, так. Я тебе говорю, нормальная тема. Очень. Идем там вот столику, общайтесь со всеми. Что такое? Они... Почему нет? Ребят, знаете, почему не пойду? Но ребята там внутри томные. Особенно их в очках. Пойди найди коктейль. Прикол. Я не знаю, вы увидели его или нет, но это Пабло Эскобара, ему лет 17. Это Пабло Эскобара, блядь, 18 лет. Смотри, смотри, они хуярят. Пабло Эскобара, 18 лет. Так, я пойду руки помою. Давай. Ребята, я не знаю, что думать. Что вы думаете по поводу Димона? Знаете, в этом фильме меня терзают смутные сомнения. Беги. С одной стороны, он такой веселый. Что мне думать? Не, ну так что забавно, что он немножко прибавшивает. Просто он что-то громко говорит, он нагибается прямо надо мной, льет на меня, на мою еду. Хотя меня это не остановило, я все равно съела и теряла руки. Помню, я застряла про мужиков? Карл Барс. Что это такое? Карл Барс.
замена произошла на крылья. Рекомендую крылья. Замена на крылья? Вот это ребро мне дала, я тебя поделился с тобой на крылья. Мишку убери, мишку убери в подмышку. Мишку на подмышку. А можно, можно мне заплатить? А еще и герматик вверх. Два номера, где вы? Я начинаю подозревать, что ты мной пользуешься. Они пишут? Да, они пишут, что ты мной пользуешься. Вот я скажу, что это была договоренность. К сожалению, ребят, к сожалению. Два номера. Как ты говорила, я не буду сейчас говорить, как она говорила. Ребята, меня разговаривают. Две порции, правильно? Что? Знакомые. Между нами, девочками. Я люблю просто точность. Ребята, девушка, это всегда друг, поверь. Очень хорош. Девушка, это друг человека. Кайф. Ну, это так называется, да? Типа, кайф. Он реально сейчас будет говорить, девушки, на тут.